Центробанк снизил ключевую ставку еще на 0,5%. В ЦБ отметили, что с момента прошлого заседания Совета директоров организации, которое проходило в марте, ситуация сильно изменилась. Так, в целях борьбы с пандемией коронавируса по всему миру власти ввели существенные ограничения. Это оказало негативное влияние на экономическую активность и на долгий срок создало значительное дезинфляционное воздействие на динамику цен со стороны совокупного спроса. Ситуация на глобальных финансовых рынках стабилизировалась после периода крайне высокой волатильности, который фиксировался в марте. Ключевая ставка показывает, под какой процент Центробанк кредитует коммерческие банки. Чем ее значение ниже, тем доступнее могут стать кредитные продукты для населения. В том числе это касается и ипотеки. С вами был юрист-эксперт по недвижимости Евгений Корсаль.